Всем привет, пришла очередная хреновина из Китая. Ну, вот такой пакетик. Что здесь? Я, конечно, догадываюсь, но здесь, по идее, спички должны быть. Вечные спички. Заказал я, увидев у Сашки. Ссылку вот я оставлю, короче. Посмотрите Сашкин канал, у него тоже там посылочки из Китая. В основном бижутерия, смотрел у него там. Ну, так, мой хороший друг, как бы общаемся с ним. Вот. Давайте вскроем. Деньги я за них получил, потому что я написал продавцу, что, типа, так и так, трек, что-то как-то с треком, типа накосячили, не накосячили. Написал, типа, что с треком, проверь, пожалуйста. Он сказал, что извини, проверить никак не могу, давай открывай диск, я тебе верну деньги за них. Ну, какая коробочка. Огромный плюс продавцу. Я, конечно, деньги получил, но отзыв я хороший к нему оставлю обязательно. Коробочку. Ага. Ха. Это посылка даже не из Китая. Это посылочка с Америки. Наконец-то. Наконец-то пришла. Сейчас две секундочки. Сейчас я вернусь. Вот я вернулся. Огромная неожиданность. Это пришла посылочка Сигабай. Это жидкость для сигареты электронной. Отдал я что-то порядка, ну, 250 рублей с пересылкой. Так она стоила 150, по-моему, рублей. Это жидкость, очень дешевая жидкость по сравнению с нашими ценами. Давайте мы попробуем ее заправить. Я, конечно, ни разу не заправлял ее. Жидкость. Ага, написано черри. Вишня. Ссылочку я оставлю в описании на этот сайт и на сам вот, и на вот эту жидкость. Здесь 100 миллилитров. Большая бутылочка такая. Что-то как-то мне... Ха! Мне 10 миллилитров не долили. Смотрите-ка. На моей камере не видно. Козлы. И педерасты. Конечно, я и спор открывать вряд ли буду. Что я там не умею спор открывать. Решил попробовать. Так, блин, как же оно заправляется? Конечно, я вообще не знаю. Вот здесь есть мануал. Может быть. Так. Вот сюда. Да, скорее всего, вот сюда. Так, давайте мы понюхаем, попробуем. Вонючая гадость, конечно. Ну, давайте попробуем заправить. Так. Запачкать стул. Я думаю, пока хватит. Тестовый. Ну давай, закручивайся. Снимем. Тут отжимать ничего не нужно. Просто пихаем и заправляем. Ну давайте. Вью. Выходит. Оба-на. Какой-то косяк. Жидкость выходит не там, где нужно. Я что-то делаю не так, видимо. Что-то снять нужно. Я фиг его знает. Давайте прямо. Блин, а как же? Как же, как же? Охрен с ним. Давайте сюда зальем. Или нельзя сюда заливать?
Видимо, нельзя. Я какой-то рукожопый, честно говоря. Так, если что-то вот здесь выходит. Это остатки. Странно, может тут сюда нужно заливать? Ну да, я вроде нашел, где его заливать. Так. Видимо, полная. Не взял ничего. Сейчас я секундочку вернусь. Нет, сначала давайте батарейку прикрутим. Нет. Все-таки я сейчас вернусь. Так, я вернулся. Немного влажных салфеток взял. Вытереть. Так, открутим, тоже вытерем. Это вот что-то накосячил чуть-чуть. Такой мини-тест. Сигаретки плюс заправка. Я-то думал, что мне пришли спички. А про эту посылку, честно говоря, даже забыл. Не думал, что она так быстро придет. Трека на нее не было. Блин, как быстро. Я не помню уже, сколько я ждал ее. Так. Ну, все ссылки оставлю в описании, на сайт, на сам. Могу на сигарету тоже оставить. Сигарету я брал на Алиэкспрессе. Ну давайте попробуем. Надеюсь, я не переплююсь. Классно. Дым неплохой. Это такой небольшой тест и на сигарету, потому что сигарету я не тестил, потому что у нас не купить. Ничего такое. Дым такой нормальный, я сейчас наваливаю. Ё-моё. Густой, густой такой дым, хороший. Сигарета тоже неплохая. Честно говоря, вкуса вишни я не чувствую. Какое-то что-то фруктовое. И здесь 12 миллиграмм должно быть никотина. Пытаемся бросить курить. Еще, кстати, по поводу посылки. Посылка-то пришла с Америки. Заказывал я в Америке, с американского сайта. Но судя по пакетику, это китайский пакетик. Судя по иероглифам, по надписи ЧН. Найти бы сайт, откуда берутся эти. Потому что я думаю, что с Америки подороже будет заказывать, чем с Китая. Так бы с Китая найти бы этот сайт, было вообще круто. Но так, в принципе, неплохой. Неплохая жидкость. Еще бы, не знаю, может у них, конечно, есть какой-нибудь ассорти. Такое, знаете, вот миллилитров по 5, вот такого небольшой, маленький, не были бы ассорти такое, чтобы попробовать найти свою жидкость. В принципе, она мне не очень нравится. И что-нибудь такое, не знаю, какой-то привкус, ну, не знаю, не мой. А так вот, дошло, самое главное, что довольно-таки много. Вот баночка стоит 150 рублей. У нас такая баночка, наверное, стоит рублей 500, наверное, если не больше, вот именно вот, жидкости для сигареты. Так, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.